Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, я московский обжора Сергей Колесников на ВДНХ. Да, напротив фонтана дружбы народов. Вот такая вот красотища у нас в Москве. Всем советую сюда приехать и побывать. Вспомнить свое детство. Так, всем привет. Я нахожусь на ВДНХ. Иду по эко-тропе. Первый раз. И мне очень нравится. Здесь очень редкие птицы обитают, деревья. И очень идти легко. Дуб, да? Дуб. Которому 250 лет, между прочим. Да, ну разные вообще. Очень красиво. Жалко на эти облака чуть-чуть снизу. Да. Хотя если я буду... А, да, да, сейчас. Так вот. Всем привет, всем привет. Такая есть красота, хвоей пахнет, воздух такой приятный, очень красиво здесь. Вау, такая сетка. Ну все, хорошего понемножку, всем пока. Как-то делать.